уши. Любит в них играть. Интересно стать героем. Встретиться со злом. Или стать вдруг королем. Франклин. Всех обычно учит. Но он страшно невезучий. А его братишка Маршал любит пошалить. Да дубак. Любите ли вы пить? И тет бас слегка. Норовит всегда обидеть. Чиносавриков. Малыши заплачут. Ой-ой-ой-ой. И скорее бегут домой. Лаври. Строгая малышка. Лучше не шалите слишком. Лаври весела. А ты думаешь? Грустен и сердит. Ой. Но вечно выдумают что-то, чтобы нас смешить. Динозавры. Малыши. Динозаврики. Лампа Алладина. Сюда, ребята. Нет, сюда, идите за мной. Идти за тобой? Но я тебя даже не вижу. Это совсем не смешно. Это твоя идея пойти на заветное место и загадать желание во время звездопада? Да, точно. А разве мы не пришли? Стэнли! Труман! Где вы? Здесь! Нет, здесь! Куда же нам идти? Давайте разделим Маршала. Голова пойдет к Труману, а хвост к Стэнли. Не-а! Я пошутила. А-а-а. Я хотела сказать, голова к Стэнли, а хвост к Трумэну. Ух, Франклин! Маршал! Черта, звезда моя! Пусть в моей коллекции будут собраны камни со всего мира. А куда деваются желания, когда сбываются? Расскажи какую-нибудь историю о желаниях, Трумэн. Давным-давно жил на свете юноша, которому хотелось очень многого. И звали его Алладин. Алладин был бедняком и не мог купить того, чего ему хотелось. А? Сколько стоит это кольцо? 3. Для тебя 3. Алладину хотелось иметь все, что попадалось ему на глаза. Ой, мне хочется этого, и этого, и этого тоже. Но его желания никогда не сбывались. Какая печальная история, Труман. Да, бедный Алладин никогда не получал того, что хотел. Этого я не говорил. Его желания никогда не исполнялись, но он получал то, что хотел, воровством. Воровать нехорошо. А я и не говорил, что Алладин был хорошим. Смотрите, ковер-самолет. Да, я продал 2 таких утром. А, смотрите, летающий торговец. Где? Алладин был очень доволен. Но он же вор, какой позор! Да, и какова мораль, Трумэн? Воровство делает тебя счастливым? Нет, я пока сам не разобрался, в чем тот смысл. Буду сочинять по ходу дела. Тогда сочиняй получше. Ладно, ладно. Воровство не приносило Алладину счастья. Потому что сколько бы он ни крал, его желания не уменьшались. Хочу еще и как можно больше. Как-то раз Алладин шел по пустыне и нашел в песке... Ой! Он нашел великолепную лампу. Он не знал, что она волшебная. Она была очень грязная, он решил ее почистить. Ей нужно найти эскалатор без вертушка. Черт, моему хиропрактику такой не понравится. Значит, ты потревожишь мой покой? А ты кто такой? Меня зовут Джин. Жадина. Лампу потрешь, я исполню все твои желания. Желания? Здорово. А где они? Полетели. Небольшой вывихще. Где я?
Ты в лампа. И за мной. А желание? Уговор такой. Ты загадываешь 3 желания, любви, какие тебе вздумаются, я их исполняю. Честно? Они сбудутся? Конечно, сбудутся. Может быть. Ох, так чего бы мне пожелать? Здесь у тебя быстро появятся желания. Добро пожаловать в мир вещей. Вещи, вещи, еще раз вещи. Шаровары и рубаха, как их лету падишаха. У меня полно товара, вот арба, а вот дутар. Вот обеденный сервис, я исполню твой каприз. Загадывай желание, любые, но не больше 3. Извини, очень важный звонок. И я вылетаю. Подумай о своих желаниях, я вернусь со скоростью вихря. У меня просто глаза разбегаются. Как мне выбрать 3 желания? Главное, будь осторожен в своих желаниях. О, ты кто? Тоже джин? Я Бенджи. Я тоже потер лампу, но поторопился с желаниями. И что ты пожелал? А, дурацкую куклу. И этот тюрбан. Это только 2. А что было третьим? Третий был фейерверк. Но хлопушки хлопаются только 1 раз. Это же один джин не сказал мне об этом. О, спасибо за предупреждение. Я буду очень осторожен с моими желаниями. Привет, Иштар. Проклятые ковры неверны. Все мои желания пошли прахом. А почему? Во-первых, мне очень хотелось ковер-самолет, но он оказался шерстяным. Ты знаешь, как садится шерсть при стирке? Тогда я заказала 2-й ковер-самолет, но его съела моль. Тогда в 3-й раз я заказала ковер из полиэстера, обработанный нафталином, но этот проклятый джин снова подложил мне свинью. 5 раз я отдавала ковер в ремонт из-за неполадок в моторе. Это ужасно. Это еще полбеды. Самое ужасное, что ты останешься здесь навсегда. Эй, что значит навсегда? Не понимаю. О, ты связался с очень коварным джином. А вот я. Посмотрите на мои новые чувяки. Они надуваются, как будто родился заново. А новый джин отпустит нас домой? Нет. Тогда он такой же негодяй, как и прежний. Ну что, придумал желание, а? Конечно. Тогда пошли. Твой первый желание. Ну, мне хотелось бы собственного верблюда. Хорошо, ты ее найдешь за 1-й дверью. Эй, я заказывал настоящего, а не игрушечного верблюда. Правда? Чего не говорил точнее? Я предупреждал. Ладно, твой 2-й желание. А, я хочу верблюда, которого можно оседлать и который сможет отвезти меня куда угодно. Вот он, дорогой. Так нечестно, ты опять обманул меня. Кто обманул, я? Ты получил все, что просил. Отлично. Я готов исполнить твое 3-е желание. Ха! Я хочу, чтобы все мои желания осуществлялись. Ты что, меня не расслышал, да? Я тебе сказал, меня зовут Джин Жадина. Это желание отменяется. Давай еще. О, ладно. Выпусти меня из лампы и отнеси домой. Я что, забыл тебя предупредить? Это желание тоже не исполняется. Как это? Я не могу отсюда выбраться? Есть только 1 способ. Но я не скажу, какой. Зачем же мне желать чего-то, если я останусь здесь? Не грусти. Мы будем твоими друзьями. Да. Самое главное – пережить 1-е 100 лет. О, неужели вы так долго здесь живете? О, это ужасно. Подождите. Я знаю, что загадать. Отлично. Покончим с ним побыстрее. Я подберу тебе камеру. Хорошо. Я хочу.
Чтобы ты отпустил Бенджи Иштар! И так нечестно, нечестно, а ты обязан пожелать что-нибудь для себя. Спасибо, Аладдин, ты настоящий джигит. Ах, ну все, где моя камера? А, хватит, вон пошел. То есть, свободен? Да, свободен. Ты назвал единственное желание, которое разрушает все чары. Ты подумал о других. Иди, иди, иди. Эй, Иштар, Бенджи, подождите. Больше Аладдин никогда не воровал и не загадывал глупых желаний. Он понял, что настоящее счастье – это желать счастья другим. Конец. Здорово, Трумэн. Ты так быстро придумываешь свои истории. Эй, смотрите, еще одна настоящая звезда – чур моя. Пусть исполнится заветное желание Франклина. О, спасибо, Маршал. Пусть исполнится заветное желание Стэнли. О, правда? Тогда я отдаю свое желание Лабре. Как классно! А я хочу красивый, новый, блестящий! Лабре, что ты только о себе думаешь? Ну, попытка не пытка.